20 мая Ульяновск в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В этот день все музеи города будут принимать гостей в необычное для себя время. Проведут интересные экскурсии, мастер-классы и театральные представления. Художественный музей, например, приготовил массу тематических мероприятий, посвященных Великой Русской революции. Посетители смогут поучаствовать в квесте «Апрельские тезисы» и пройти шуточный социологический опрос «Кто такой Ленин?». В выставочном зале, где мы сейчас находимся, будет проходить концерт музыкальный «Старая пластинка». Также все желающие смогут принять участие в арт-акции «Открытый микрофон» и посоревноваться друг с другом в красноречии на темы, связанные с революцией, экологией и предпринимательством. В Доме музея Языковых центральным событием в эту ночь станет премьера театра «Петрушки». На протяжении всего мероприятия персонаж старинного народного кукольного театра будет развлекать зрителей. Это будет первое представление вообще театра «Петрушки», вообще «Петрушки», я думаю, что в этом музее, как бы. Мы очень волнуемся, потому что действительно, как бы, это будет впервые, а это самое сложное. Почему? Потому что это общение, прежде всего. «Петрушка» – это не просто персонаж, кукольный персонаж, который показывает, да, показывает какое-то представление, да, а он общается со зрителями. Вот это самое сложное. Также здесь, в литературном музее, пройдет веселый мастер-класс «Нарисуй Пушкина», где каждый сможет создать портрет классика русской литературы в разных техниках и стилях. Юлия Дегтярева, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды». Аплодисменты!